Всем привет, с вами Гавриил, и это канал Омской Доты. Сегодня я хотел бы показать вам сет на Skywrath Мага. Его название, извините, я не знаю, как правильно называется, но не могу выговорить. В общем, буду называть его Night Vodka. Ну, как-то так вот переводится, точнее говорится. Ну ладно, давайте ближе к сету. Давайте рассмотрим, как он у нас выглядит. Вот такой маг. На мой взгляд, очень симпатичный. Наверное, потому что водки перепил. Ну и что хотел бы сказать по поводу данного комплекта. Мне очень нравится данный комплект по ряду причин. Мне нравится, во-первых, что вещи у нас все в одной манере исполнены, очень лаконично сочетаются. Ну и сами вещи очень здоровски сделаны. Модели этих вещей, текстуры этих вещей на очень-очень высоком уровне. Автору большой респект. В отдельности хотел бы сказать, что мне очень нравится вот этот шлем, который у нас также меняет иконку персонажа. Ну, это как бы логично. Ну и мне очень нравится вот этот посох. Довольно-таки симпатичный. К сожалению, у нас не меняются крылья. Но это, возможно, не так значительно, но было бы неплохо, если бы они и поменялись. Так вот. Данный сет состоит у нас из 5 частей, одной рарки, одной анкомонки и 3 комонок. Ну и давайте посмотрим, как выглядит данный комплект в игре. Вот такие Skywrath маги. Надо их как-нибудь уравнять, а то... Во, красиво махают. Машут. Давайте вот с такого ракурса будем смотреть, чтобы больше всего увидеть. Довольно-таки сильно различаются, если у нас у этого стандартного скина, ну, какие-то такие... даже не знаю, как правильно сказать... В общем, панцирные какие-то одеяния, то в сете более какие-то резные вещи. Вот здесь одна на другой, так сказать, вещь на вещи. Точнее, даже не вещь на вещи, а деталь вещи на детали вещи. Но, в общем, мне нравится эта резнистость. Ну, она присутствует в шлеме, вот здесь, на плечах, на рукавах. Вот здесь на поясе, и также здесь на посохе вот эти полоски, они как бы мне очень нравятся. Давайте посмотрим, как выглядят скайвраты сзади. А именно, оно вот так выглядит. Как я говорил, здесь тоже у нас все резнисто. Чем-то напоминает павлина. Ну, как бы, он у нас практически птица, ему можно называться павлином. Здесь какой-то, я не знаю, что это у нас такое. В общем, колечко с какими-то перьями. Я вообще видел такие в магазинах для по фэншую. Наверное, это ему для фэншуя надо. О, смотрите, курьер бегает. Давайте рассмотрим иконки наших скайвратов. Вот с этого скай. Очень такой симпатичный шлем. Мне очень нравится он. Очень отличная работа. И стандартный скин. Шлем тоже симпатичный, неплохой. Ну вот, как бы оно такое различие. Ну и на этом все, пожалуй. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.